Добрый день, друзья. Произошло небольшое техническое совещание. Сейчас мы снова приступаем к репортажу с наших соревнований. Еще раз напоминаю, любители дзюдо, уважаемые любители дзюдо, что идет репортаж с Кубка Европы, который проходит в городе Оренбург, в великолепном спортивном комплексе Оренбурге. 23 страны участвуют в этом мероприятии. Сейчас идет предварительные встречи перед финальным блоком. Идет отбор спортсменов и спортсменок за медали. Еще раз напомню, сегодня участвуют 7 весовых категорий. Первые 3 весовых категории у мужчин и 4 у женщин. Сейчас на татами идет встреча, предварительная встреча в весовой категории до 48 килограмм. Борется Подрядова. О, сама Подрядова, да. Интересно уточнить. Да, это очень серьезная спортсменка. С великолепным опытом выступления на Олимпиаде и мире. Вот. Она сделала сейчас бросок. Бросок через голову, подсадом через голову. Повела оценку Юка, хотя наказана двумя шидо. А борется она с спортсменкой Тарасовой, спортсменкой-представительницей сборной России. Ольга Тарасова, тренер Николай Васильевич Коржавин, город Москва. Ряд спортсменок высокого класса у этого тренера и спортсменов. Он давно работает, переехал из Тамбова. Там у него был спортсмен Кугуашвили, призером страны по молодежи и ряд других спортсменов. Николай Васильевич давно работает в нашем виде спорта. Сейчас он защищает цвета Москвы, перебрался в Москву, подготовил за последнее время ряд серьезных спортсменов и спортсменок международного уровня, таких как Кадири, таких как Бабинцева Александра, победительница Европы среди молодежи. И сейчас вот мы наблюдаем, что у него на этом турнире борются представители его школы. Анастасия Поликарпова выступала вот сейчас в весовой категории на левом татаме до 52 килограмм. Сейчас борется Ольга Тарасова. Еще раз напоминаю, данный Кубок Европы для спортсменов именно Российской Федерации является отбором на... Первым этапом отбора на первенство Европы до 23 лет, которое состоится в Варшаве в ноябре месяце. Традиционно выступает сильно, отлично. Пытается атаковать Подрядова. А курьере Джимми пытается сделать, провести удушающий прием. Переходит, пытается сделать что? Переход на болевой прием, садится на болевой прием. Арбитр встречи Роман Гафуров, Россия, Нижний Новгород, судья. Всероссийской категории внимательно наблюдает. Остается 27 секунд. Все, останавливает встречу Роман. Сейчас Ольга Тарасова проигрывает по ходу встречи Юка. Хотя два шида на Юка. Раньше это было как бы плюсом. Но сейчас пытается сделать заднюю подножку. Еще атака. Молодец Ольга, атакует, но Подрядова уходит от опасности. Выходит за татами. Возвращается в рабочую зону. Подрядовой наказывают за выход за татами. Сейчас это очень жестко. Вот через спину с колена она делает. Еще раз пытается.
Я хочу сказать, что спортсменки Казахстана интересны и обладают техникой, и, так сказать, не боятся, потому что в силу определенных причин им приходится выступать на чемпионатах и первенствах Азии, а там борются японцы, корейцы, поэтому у них стеснений нету. Сейчас тяжелые встречи побеждает Подрядова Анастасия, выигрывает оценку Юка, Сумигайоши сделала бросок через голову, Тарасова проигрывает, расстроен Николай Васильевич. Ну что делать, это дзюдо, это спорт. Сегодня ты проиграл, завтра ты поднялся и победил. Самое главное, правильно делать.